Савецкія шлягеры, замежныя хіты, магілёўскі гарадскі духавы аркестр зладзіў міні-версію «Залатога шлягера». Папулярная музыка розных краін і часоў прагучала са сцэны Палаца культуры вобласці. Знакамітыя танга 40-х, залатыя хіты 70-х, песні, якім можна падпяваць просто з месцаў. Магілёўскі духавы аркестр прадставіў залаты песенны збор. В этом году нет золотого шлягера. Мы хотели полностью заполнить эту нишу и сделать впервые для нас первый песенный концерт под городской духовой оркестр. Духовый оркестр давно выучил густы своих слухачов. Шмат что с репертуару коллектива вучить на бис на открытых пляцовках Могилева. Наш оркестр любит в городе. Дело в том, что оркестр занял свою нишу. Его можно увидеть на площадях, можно услышать на танцплощадках. И, конечно же, постепенно мы идем в направлении концертной деятельности. Опрацовки сучасных мелодий, активная работа у культурном поле города. Минавито дякуючи деятельности музыкантов оркестра, духовая музыка все больше популярна. Подчас концерта со сцены Палаца культуры в области гучали и вядомые на всю постсоветскую простору хиты песняров. Татьяна Дмитриева, Александр Артемьев, «Новин регион».